Книга «Открытым оком», том 5, тема «Покаяние», вопрос 1450, Матфея 5:9. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». О ком говорит Господь? Кто может стать миротворцем? Какими качествами обладать? Может ли быть миротворцем неверующий, силы ООН, и примирять всех с миром, или это возрожденный благодатью Божией, сам примирившийся с Богом и призванный благодатью примирять с Богом других? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На такие вопросы отвечать не нужно, они уже отвечены, только первая часть неясно звучит. Только за это блаженство дается уподобление Сыну Божию Христу. Он примирил нас с Богом Отцом, и мы делаем то же, когда благовествуем миру о любви Божьей, что Христос умер за наши грехи. 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Он не примиряет, а наоборот, везде сеет конфликты, раздоры, и всех давит под масонство, как масонская организация, призванная всех привести в подножие Антихристу. Америка развязывает войны, шутя, играючи, но и это ей аукнется вскоре. Миротворцем может быть только последователь, свидетель Христа, и он может говорить, что Бог примиряется с нами через жертву Христа.